На очереди традиционная на телеканале «Скиф» рубрика «Библиотекарь советует прочитать». Мы продолжаем говорить о новинках издательств. На этот раз речь пойдет о журналах, которые вы можете найти в библиотеке имени Якуба Колоса. Несомненно, воспитанный и культурный человек, гражданин должен быть хорошо знаком с политикой своего государства, а также с мировыми тенденциями политической жизни. Журнал «Планета» – это первый белорусский журнал, посвященный тайным сторонам международных отношений, мировой политики и экономики. На страницах журнала вы найдете эксклюзивные материалы по самым острым темам. Закулисные политические переговоры, история феминизма, спецоперации, пропавшие экспедиции – истории возникновения Ку-клукс-клана и многие-многие другие. В каждом номере журнала «Планета» публикуются материалы из расследований самых громких преступлений, таких как «Витебское дело», «Дело Мосгаз». Следующий журнал, с которым я хочу вас познакомить, называется «Юный спасатель». Он издается Белорусской международной общественной организацией «Спасатели пожарных». Задача старшего поколения – научить своих детей правилам безопасности и умений сориентироваться в чрезвычайных ситуациях. Что делать при встрече с бездомными собаками? Как вести себя, если за тобой следит незнакомый человек? Как оказать первую помощь человеку, пораженному электрическим током? Какие должны быть первые действия при обнаружении возгорания в помещении? На эти и многие-многие другие вопросы – ваш ребенок найдет ответы в журнале «Юный спасатель». Для совсем маленьких читателей наша библиотека может предложить детский познавательный игровой журнал «Рюкзачок». Каждая из страниц журнала интересная и увлекательная. Здесь есть и загадки, и забавные кроссворды, и головоломки, а также увлекательные комиксы и развивающие игры. Под шелест страниц журнала «Рюкзачок» родители вместе со своими детьми смогут узнать об истории, природе и культуре Беларуси. Кроме того, в журнале «Рюкзачок» ежемесячно проводятся конкурсы, победители которых получают призы. Читайте вместе с нами. Приходите к нам и приводите своих детей по адресу улица Мира, дом 59.